Красноярске прошло первенство Красноярского края по тэквондо ВТФ среди юниоров 2001-2003 годов рождения и кадетов 2004-2006 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Канска, Красноярска, Ачинска, Абакана и Минусинска. В честь нашего города на данном турнире защищали 7 воспитанников Канской федерации тэквондо ВТФ. По итогам двух дней соревнований в копилке нашей сборной одно серебро и две бронзы. Среди кадетов призерами в своих весовых и возрастных категориях стали Владислав Тарских. У него второе место в весе до 57 килограммов. Сергей Паутов завоевал бронзовую медаль в весе до 65 килограммов. Среди юниоров весовой категории до 73 килограммов третье место у Романа Квитковского. Тренируются спортсмены под руководством Алексея Шлемова и Павла Шлейхера.